Запас карман не тянет. Охотница, с какой целью ты к нам пришла? Меня попросили расследовать убийство вашего охотника. Что произошло? Все ясно, как день. Пьяный громила затеял драку с Рувасом, ударил его со спины и забрал его шлем. Обвиняемый говорит, он этого не делал. А от Банук толку не добьешься, даже если они снизойдут до разговора. Они собираются, как складки на плаще, всякий раз, когда гибнет охотник. Не дали нам судить убийцу Руваса, как подобает. А как подобает? Набить его рот солью и оставить на несколько дней на суд солнца. Если оно сжалится, то заберет только зрение. Или рассудок. Вижу, вы не особо доверяете Банук. У них есть весомые причины сторониться нас. 10 лет таких причин. Война, как всегда. Война кончилась. Мы загладили вину, но нет. Земля же не забывает. Они говорят, снег и лед хранят память. Чтобы шрамы затянулись, нужно время. Ты думаешь, я этого не знаю? На мне до сих пор отметины от плетей за то, что ослушалась жреца. Мне было столько же, сколько тебе. Темные времена. Темные времена. Так значит, в этих краях уже погибали охотники Карха? 3 или 4 за несколько сезонов. Неудивительно. Эта земля карает даже тех, кто подготовлен. А многие юные аристократы не готовятся. Но, как правило, снег заметает все следы, и тела так и не находят. От Банук помощи нет. Они, по-вашему, причастны? Нет. Но если речь идет не об их племени, они и пальцем не пошевелят. На этой земле даже солнце не растопит все, чего коснется. Где вы обнаружили тело Руваса? Это не охота, там нет следов. А все-таки? Я хороший следопыт. Ниже по склону на западе есть поляна, но там все утоптано жвачником на зависть. И если этот варвар отдаст шлем Руваса, прежде чем его изгонят, дай мне знать. Он ценный. Я не против того, чтобы Талана Хантадиша отглавила дом охотника. Она ведь Это здесь. Да уж, натоптали изрядно, как она и сказала. Это и есть орудие убийства. Оружие не пытались спрятать. Вопрос только, стал бы такой боец, как она тут, бить кого-то палкой по затылку? Дерево содрали много листьев и коры. Когда отрывали сок? Нет, когда на него лезли. Они вышли из-за деревьев. Thank you.
Если вы ждали здесь, вам хорошо было видно и лагерь Карха, и прогалину. Продать ли синий самоцвет? На снегу. Зловеще. Тупик? Не может быть. Кто-то замел следы. Что они хотят спрятать? Доспехи Карха. Дело плохо. Не важно. Дело сделано. Еще один Карха мертв. Они гонят за это банок. Жизнь за жизнь Карха. Кто-то есть! Не банук, значит, ее не хватятся. Бегом сюда! Помогите! Ha!
Сволочь! Найди темный уголок! Плю тебя, тварь! Это вы убивали Карха? И за что? Чтобы отомстить? Кто решает, когда одному племени перестать ненавидеть другое? Я скажу, не те, кто сражался, не те, кто не успел допеть своих песен, как мои родичи. Из-за вас другого Банук обрекли на верную смерть. Как же его песня? Значит, ты тут ради него? Ради тупого пьяницы и Натута. Сегодня судьба жестока. Они уже повели его на гору в изгнание. Посмотрим, кого холод заберет первым. Пора идти за Инатутом. Но нужны еще доказательства. Трофеи. Этот более новый. Наверное, это шлем Руваса. И правда шлем Карха. Но это не оправдание. Они не забирали у жертв одежду? Доспехи неутепленные, но если Инатут голый на снегу, ему и такие сгодятся. Ладно, пора идти. Я найду тебе применение.
Тени удлиняются. Подходящее место, чтобы избавиться от камня навсегда. Замерзшему водопаду не залезть. Может, звук не пробовать. Половина пути. Промерз насквозь. Не знаю, что и думать. И на тут! Может, он нашел укрытие. Только бы нашел.
долой. Ты Нора? Это правда ты? Или просто у меня мозги обледенели? Я нашла убийц. Больше никто не должен погибнуть. Возьми. Тряпье мертвого Карха. Мало я настрадался, что ли? Но спорить не буду. Клянусь, я видел своих предков, и они мне... Знаешь, ты нас не удивил. Поторопись. Машины! Thank you.
Вот это был бой. Все, ты оправдан. Это другой Банук убил охотника. Убил за то, что он Карха. Знаешь, почему я полез с ним в драку? Он поставил под сомнение честь Банук. Честь. Так я думал. Идем. Я тебя отведу. Как сойду с горы, я сам отыщу путь. Мне нужно подумать. Для меня это в новинку. Кто знает, что выйдет. Увидимся в городе. Ты уж не заблудись. Хорошо? Даю тебе слово. По закону Банук, если Инатут выживет, он прощен. Но я хочу доказать его вождю, что он был невиновен. Я не чувствую. Да, я вообще ничего не чувствую в этой воде. Надо в обход. Знаешь, когда пригодится. У Банук достаточно своих забот. Не хватало еще приглядывать за чужаком. Нелепые идеи насчет женщин. Сколько мне тут больно, они посмотрели.
Инатут говорил правду. Вот шлем, украденный у убитого. Остальное найдете во враге к северо-западу отсюда, вместе с телами убийц. Изгнание было полезно Инатуту, ведь он вызывал подозрения. Судьба рассудила нас. И если Инатут вернется, он будет прощен. Вы что, шутите? Он говорит за весь Верак, подруга Нора. Ты просто нелеп. Хочешь вернуться в мой Верак, веди себя как Банук. А как ведет себя Банук, мой вождь? Как я, принявший вину за преступление, которого не совершал? Или как те, что хладнокровно убивали охотников Карха за ними совершенные преступления? И вот что я думаю. Что бы на мне ни было надето, я останусь Банук. Ради его же блага ему следует поменьше думать. Подруга Нора. Я поговорю с ним, но не ради вас. Я посмел ослушаться своего вождя, отвергнуть свой Верак. Как ощущения? Как будто мне дали поддых. Я бы мог просто пойти дальше, когда мой гнев растает. Я же останусь ни с чем. Куда мне идти? Ты ничего им не должен. Не Вераку решать, кем тебе быть. Если изгнание что и доказало, то только это. В мире столько всего, вне ваших границ и законов. Будет трудно, но ты держишь удар. Как жить без Верака? Как это, одинокий Банук? За что я буду драться? Может, за самого себя? Как сейчас? Это я и на тут? Что дерется за себя? А что? Звучит неплохо. И есть столько вершин, откуда можно это крикнуть. А что до тебя, подруга? Примешь мой подарок? Конечно, он не сравнится с великим даром, что ты дала мне, но... Я польщена. Спасибо, Инатут.